And now the same question for. Okay, let's so suppose we have a triangle, game. And again, so there are two possible games. One game, for example, Carlson puts a point, the boy cuts, and takes the cup, and he likes that. Who takes? Who takes? The one who cuts, boy. This is first case. In the second case, when one puts the point, the other cuts, and then the first one takes, chooses the piece. So, what would happen in this case? Я просто объясняю условия. Вы можете на Б взять
малыш тоже знает, где ответ. Когда малыш возьмет точку тоже здесь. Если Карлсон сюда возьмет, то и малыш сюда, и здесь они сольются, и Карлсон его не ширина. Почему у Карлсона же есть третий? Вот третий, а здесь только будет все. А тогда он берет точку А, а малыш какую-то точку. Малыш может взять точку С. Хорошо, вот отсюда мы начинаем. Да? Значит, Карлсон хочет взять побольше, а малыш хочет его отдать поменьше. Вот все, теперь подумайте. Все, не надо. Дальше.